Новым годом, уважаемые друзья! Сегодня 1 января 2023 года. С Новым годом по григорианскому календарю. В Новом году желаю всем, чтобы у всех осуществились все мечты, которые запланировали на этот год. А по восточному календарю год Зайца наступит 22 января. Мы каждый год 1 января приезжаем в город Нурашан. Мы сейчас находимся в городе Нурашан и едем в Ташкент. Покажу сейчас немножечко город Нурашан. Вот город Нурашан. Что это за здание, я не знаю. Вон, видите, написано Нурашан. Ну, раньше этот город назывался Татипа. Сейчас он стал областным центром. Поэтому в настоящее время здесь многое строится. Мы сейчас едем по дороге Нурашан-Ташкент. У каждой местности и в частности у этой дороги тоже есть своя история. А история связана, возможно, с пленными немцами. Почему у меня такое предположение? Мы скоро подъедем к поселку Карасу. Вот я вам покажу. Начиная с Карасу до поселка Авангард была каменная дорога, выложенная с крупными камнями. Такие дороги я видел в Прибалтике и Калининградской области. Поэтому я думаю, что не обошлось тут без немцев. Ну точно такие дороги. Крупные камни, камни все блестят прям под один размер. Ну по камням на велосипеде сложно было ездить. На велосипеде все ездили по обочине. Хочешь не хочешь, по камням не поедешь. Крупные камни. Вот как видите, вдоль дорог, так как областной центр, видимо, многоэтажные здания строят. Все изменилось. И, конечно, меняется в лучшую сторону. Вот сейчас мы подъезжаем к тому месту, где раньше росли многолетние чинары. Сейчас от чинар ничего не осталось, вон дома строят. И называлось Терешкова. Я не знаю, вы видите туман или нет. С утра ехали, хотел сделать съемку, когда с Ташкента ехал Нурашан. Такой густой туман, ничего не было видно. Сейчас вроде бы туман рассеялся, но все же вон с включенными фарами и люди ездят. Этот мост. Где-то до этого моста была каменная дорога, как правильно, дорога с булыжников или с камней, как правильно. Да, сегодня 1 января, машин, конечно, мало. После гулянки многие отдыхают, только по необходимости выезжают.